Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Баззи, мы продолжаем проходить игру под названием Resident Evil 5 Gold Edition, третья часть прохождения этой игры. Вот мы, короче, вышли со склада, или как этот эпизод назывался, я точно не помню. Ну, по-моему, склад, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим на нашу карту, здесь она такая вот маленькая. Нам как бы полностью не показывают. Так, давайте я, знаете, что возьму? Так, этих мы, значит, разносим. Так, можно порезать их. Все. Так, у меня, правда, патронов очень мало. На это оружие. Да чем я тут занимаюсь вообще? Так, давайте мы сейчас, наверное, побегаем, знаете, вот с таким вот оружием. Так, или... Ладно, давайте с этим побегаем, тут, так как... Может, помощнее выглядит. А можно настройки посмотреть? Типа, я не знаю. Так, ладно, не будем тянуть время, просто возьмем. Так, у нас, типа, нету места. Опустить траву, так что поэтому просто идем дальше. Так. Мне походу туда подниматься. Но подождите-ка, я еще не этот, не смотрел. Кое-какие места. Или мы все смотрели все-таки? Ну да, тут, короче, больше... А, вот еще ящик с патронами. А теперь можем подняться туда, значит. Так, а если, смотрите, я сейчас сделаю перезарядку. Допустим, возьму... Нет, ну все равно не получится. Тут перезарядки не требуют. Тут тоже. Ну и здесь, поэтому. Ах ты, блин. Так, ну можно туда подняться. Да, все, минус вертолет, у нас больше не будет подмоги. Разбить все, это капец. Так, ты, там я видел еще боеприпасы. Блин, сейчас эта хрень вылезет. Опа-на, опа-на, стой, хватит ты перезаряжаться. Я ударю себя сейчас, понял? Всех просто ударяем. Будем копить патрончики. Да что ж ты делаешь? Я мог его ударить. Сейчас с этим побегаем. Так, слушайте. Вот вам, тварь. Не, гранаты здесь, конечно, прям вот вообще. Так, у нее винтовка. А как ты ко мне придешь? А, она сейчас спустится.
А, все. Нормально. Хорошо, что я туда, кстати, присадила, потому что эти зомбари не смогли не пробраться никак, походу. Что она мне дала? Это она молодчина, конечно, что она дала эти патроны. Зачем ты тратишь? Слушай. Зачем он так делает? Она с винтовкой тебя бегает. Так, слушай, мне кажется, надо ей дать... На, возьми. Thanks, partner. Тебе пригодится, слушай. Побегаешь, короче, с винтовочкой. Ой, с пистолетом, а то все патроны драгоценно потратишь, но только все потом. Ах ты, скотина, за дело. Блин, нормально так ударяет. Больноват, я бы сказал. Так, открыт ли это? Нету места, значит. Так, а что тогда можно сделать вообще? У меня только если спрей есть. Окей. Так, 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 так. Давайте поднимемся, что ли? Тут еще что-нибудь посмотрим. Хедшот. Так, давайте повыше поднимемся. У нас тут вообще. Ну тут патроны нормально. Нормальное количество патронов прям. Так, короче, делаем вот как. Смотрите, тут трава у нас лежит. А я могу выкинуть, смотрите, допустим. Короче. А, выкинуть? Взять. Так, не понял, а где? Вот я дурак. Вот я дебил. Thanks, не вернусь, это короче, предмет. Блять. Ну, это, конечно, капец вообще. Такая шутка, ну я не знал, поэтому эксперимент обычно. Вот. Так, контрольная точка, значит. Оба-на. Я спрыгну. Так, будем помогать ей. Так. Так вот сделаем. Спускаемся, спускаемся. Она там типа где-то дверь открыла, да? Скотина. Ты что, на дам нападаешь?
Так, тут нету места. Интересно. Возьму. Так, F, блин, я не мог, не смог. Так, хорошо, кстати, что здесь никаких боссов не было, блин. Так, шеф пока не хочет использовать. Так. Что мне сделать теперь? Thanks. Да, возьми, короче. Я хочу эту штуковину просто взять и использовать сразу же. Взять и использовать. Потом, типа... Она мне 5 штучек сразу дала, офигеть. Сейчас все осмотрим. Так, ну это для нее, конечно же. Мои доверили тут. Я мог бы еще и УЗИ дать, блин, но как передать? Вот этот, к сожалению, я не знаю. Очень печально. Или действительно нельзя вообще дать это оружие. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает. Может быть, вы проходили эту игру. Если вы, конечно, сейчас смотрите. Контрольная точка. Да ладно. Слушай ты. Скотина. Так, тут у нас, смотрите, бочки есть. Мы будем сейчас просто тупо в бочки стрелять и все, смотрите. Просто изи. Иди нахер! Странная перезарядка. Зачем ты это тратишь? Драгоценные эти. Скотина, на тебя. Так, отходим, отходим, отходим. Здесь еще бочка есть, смотрите. I need your help.
Уходим. Беги оттуда. Нифига себе, он жесткий. Серьезно? Он не хочет помирать. Я буду просто передвигаться и все. Буду только тупо передвигаться, от него убегать. Все. Так, я хочу, ребят, понять, как... А, все. Давай сейчас попробуем вот с этой пульнуть гранаты. Гори, скотина. Ты серьезно? Ну какой-то сильный. Да ладно. Мы убили его, серьезно? Так, мы забрали какой-то ключ. Ну, наконец. Не понял. Он еще не умер? Беги, да. А как его убить? Блин, что-то я это не понимаю. Так, ну вот первая смерть в этой игре. Да, ребят, это первая смерть. Капец. Так, окей, сейчас мы будем вот что делать. Просто возьму пистолет, и сейчас мы будем его, короче. Сейчас. Слушайте, я просто от него убегу, и все. Скотина. Все, беги. Так, здесь есть еще бочка. Так, вот он. Ну, я просто возьму ключ и убегу от него нахер. Я его добивать не буду. Не, ну, в принципе, можно добить, потому что могут дать офигенные... Там... Офигенные могут дать, там, вещь. Драгоценность, которая дофига стоит. Так, давай. Он сильный слишком прям. Прям вот капец.
Не, я хочу его убить. Так. Бесполезный. Я думаю, да, потому что сам видел, как он двигается. Да ты, блин, гад. А он типа рядом уже, да? Живучий скотина. Эй, ты. Он встанет? Скотина. Нет, он лежит. Че, убегать с него будем или че? Да пошел ты нахер. А он не встает, слушайте. Ну и хер с ним. Пошел нахер. Офигеть. Так, у тебя сколько? На, бери. Я побегу вот с этой пушкой. Наконец мы этого убили. Чемаргеса с пилой. Капец, живучий, конечно. Вот эти боссы в игре живучие сами по себе. Хрен убьешь вообще. Опа, на этот момент я буду. Сейчас мы, по-моему, с мотоцикла будем захерачить. Если не ошибаюсь. А вот тот самый вертолет, где наш. Блин, я успел. Блин, меня ожидал. Охереть.
успели среагировать. О, нам помогают. Кто же это? Я что-то не помню. А, это у нас спецназ. А, нас тоже. Все нафиг. Ну чем походу прошли этот склад вообще, деревню? Man, а, Дельта, да. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. We will follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Jill. Are you all right? This picture, it's... forget it. It's nothing. Let's move out. Извиняюсь, ребята. Так. Вот мы прошли конец Лу 2.1. Окей. Так, а что нас ожидает дальше? Купить мы ничего не можем. А хотя мы, в принципе, можем что-то там улучшить. У нас тут сокровища есть. Снаряжение. Вот давайте мы сейчас... Я вот думаю, продавать это все или нет? Или оставить все-таки? Ну, конечно, мы можем там. Ладно, я, короче, сделаю так. Уходим. Станция железной дороги. Так, железная дорога. Чё-то я это не помню. Если честно. Так, сейчас мы используем это. Травушку. А, слушай. Иди к сюда. Okay. Ну-ка, возьми. Okay. Давай используем. Молодец. Умная женщина. Железно, что-то я не помню. Тут, походу, мне кажется, босс будет. Что-то я чуть-чуть помню. Немного этот момент. Опа-на! Это что за хрень? Ну, нафиг. Дробовик набрать. Ну. Скотина. Патроны! Ну блин. Почему я не умираю? Только сейчас.
Сука, патрон, блин, я потратил на этих тварей. Опять эта собака. Зачем ты взорвал? Да как же здесь много? Я ухожу отсюда. Странная перезарядка. Издевается. Так, ну пойдет, сойдет с нас с этими овсечками. Надо еще гранаты поискать. Я сейчас это взорву. Хотя стоп. Что-то не понял, куда мне идти? Так. Смотрим на карту, значит. Там кто-то орёт. Идем сюда, значит. И там типа монеты. О, жучок, кстати. Почему-то никого не вижу. Хотя музыка играет, там кто-то орёт на фоне. Что это за бред, я не понимаю. Куда идти нафиг? Что-то я не понимаю. Куда идти, блин?
Да ладно. Да вот он стоит. Еще меня попадает. Вот. Так, это козюлька опять. А с винтовки она прилично стреляет, кстати. Монеты мы подбираем. Чуть не попался, блин. Еще бы немного, там прям несколько сантиметров и все. Такой бы капец творился. Стоп, слушки. Что это вот было сейчас? Тогда спускаемся вниз. Так, сохранение. И это у нас что? Так, ладно, ребят, на этом я заканчиваю. Так, это у нас что? Освещение, да? Я понял. Так, ребят, ну ладно. На этом я заканчиваю третью часть прохождения игры Resident Evil 5. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии. И всем пока, в следующем выпуске. В четвертом будем продолжать проходить эту игру.